Уже второй год подряд спорт объединяет на одной площадке сотрудников пограничных служб разных стран. Сегодня в городе над Бугом прошла торжественная церемония открытия чемпионата среди пограничных ведомств государств-участников СНГ. В рамках международных соревнований силами померяются и органы пограничной службы Республики Беларусь. 13 команд, представляющих соединения и части стражей границ нашей страны, поборются за звание чемпиона Беларуси. А 6 лучших спортсменов будут отстаивать честь страны на международных стартах против соперников из России и Украины. 3 года назад координационной службы Совета командующих была поддержана инициатива именно белорусской стороны по организации и проведению такого вида спорта, как служебное многоборье. С нашей стороны мы считаем вид особо, скажем так, прикладной, так как здесь наши воины, пограничники проявляют свои основные прикладные качества, умение метко стрелять, быстро бегать, плавать. Это эти качества, которые необходимы для охраны государственной границы. Несмотря на прошлогодний успех, а в 2012-м именно наша команда стала первой на чемпионате, белорусские участники настроены на серьезную борьбу и не склонны недооценивать противника. Каждая команда настроена на победу и готова бороться до конца. Пулевая стрельба, плавание и бег – именно эти спортивные дисциплины помогут определить чемпионов. Белорусские стражи государственной границы уверены в своих силах и согласны только на победу. Соперники все очень сильные, у них традиционно развиты те виды спорта, которые в данном нашем многоборье включены, это плавание, стрельба и бег. Поэтому мы не почиваем на лаврах, мы ждем сильной борьбы от наших соперников. Возможно, нам не удастся опять занять первое место, чего, конечно, нам очень бы хотелось его занять. Мы будем прилагать к этому максимум усилий, стараний. Конечно, всегда настроен на победу, но участие тоже хорошо, потому что здесь собрались много спортивных людей, у которых уже и разряды есть, и все остальное. Но всегда интересно попробовать свои силы и узнать, на что ты способен. Сегодня команды проверяли себя и друг друга на меткость в стрельбе из пистолета Макарова, а также в плавании. Завтра программу чемпионата продолжит бег. Подведение итогов, вручение дипломов и призов состоится на торжественной церемонии закрытия 20 сентября. Но уже сегодня можно сказать о том, что главная цель чемпионата – укрепление дружбы и сотрудничества между пограничниками государств-участников СНГ, пропаганда достижений спорта в пограничных ведомствах и обмен опытом в подготовке спортсменов высокого класса можно считать достигнутой. И гости, и хозяева чемпионата довольны уровнем организации, а это залог роста его популярности и развития в будущем. Я в Бресте первый раз. У друзей тоже впечатление на самом высоком уровне. И не чувствуется соперничество, чувствуется просто братские народы, команды. Для нас это праздник в первую очередь, а не соревнования. Анастасия Стропко, Кирилл Липовик, Александр Воронин, Дмитрий Лазарчук. Телекомпания БУК-ТВ.